4000 километров он несет свои воды с самого юга Сибири до Северного Ледовитого океана. Более 2 миллионов человек живет в городах и селах на берегах Енисея и его притоков. Зима, трескучие морозы. В нижнем течении Енисея температуры до минус 50. Даже 3000 километров южнее минус 20, минус 30 для зимы просто норма. 6 месяцев в году, а то и больше, река скована льдом. Толщиной от 80 сантиметров до 1,5 метров. Зимние автомобильные переправы и тропинки, по которым ходят друг к другу жители деревень с противоположных берегов, вот, пожалуй, и все движение на реке зимой. Навигация закончилась в ноябре, и до апреля Енисей спит. Спят запорошенные снегом, вмерзшие в лед железные великаны. Кажется, что жизнь замерла и вернется в эти края только весной. Но это впечатление обманчиво. Февраля 1936 года на совместном заседании Енисейского райкома ВКПБ, Енисейского райисполкома и представителей ГУСМП, это Главное управление Северного морского пути, было принято решение о том, что вот на базе Подтесова именно строить отстойный пункт и судоремонтные мастерские. Говорят, у речника две жизни, две семьи – на воде и на берегу. Полгода на корабле, полгода дома. Но и те полгода, что Енисей скован льдом, речники не расстаются со своим родным судном. Красят, режут, заменяют, устанавливают. Причем часть работ проводится в цехах и на площадках ремонтно-эксплуатационной базы, а часть – на самих судах силами команд. Работы хватает. Интересная особенность. Все удаленные от Красноярска площадки зимнего отстоя и ремонта возникли в свое время в результате случайных зимовок из-за неожиданно раннего ледостава. Кроме Подтесовской, у Енисейского пароходства есть еще 3 ремонтно-эксплуатационные базы – в Павловщине, в Ермолаево и в Красноярске. В отличие от универсальной Подтесовской базы, Павловщина сегодня специализируется на ремонте сухогрузных барж. Зимой работы на баржах ведутся со льда. Раз в 5 лет каждое судно проходит освидетельствование для выявления дефектов, трещин и вмятин. Поврежденная часть корпуса заменяется. Ремонт такого масштаба называется средним. А вот здесь ремонт уже закончен. Весной баржу покрасят, и она будет как новая. Чуть ниже Красноярска – Ермолаево. Здесь отстаивается весь несамоходный нефтеналивной флот пароходства. Это единственная база на Енисее, где есть комплекс по очистке грузовых емкостей от остатков нефтепродуктов. На Красноярской базе флота ремонтируется и отстаивается более 150 судов пароходства, преимущественно самоходных. Незамерзающая в этом районе река позволяет и зимой, в межнавигационный период, перемещать суда в затоне и заводить их в плавучий док. Хотя в морозы за минус 30 лед все-таки появляется. Мы вынуждены содержать затон, чтобы он не замерзал. По той простой причине, что первый док удален от берега, и туда можно добраться только на судне. Вот. И связано с тем, что приходится нам переставлять сюда и под кран куда-то подводить, выгружать механизмы. И вот в док отводить. Разбивает лед в затоне вот такой вот маленький кораблик.
который даже сами речники называют и в шутку, и всерьез мордобойцем. Именно за то, как отважно он бросается носом на лед. Любой человек, живущий в средних широтах, устав от длинной зимы с долгими темными вечерами, ждет весны, ждет с нетерпением. И все же речники ждут ее по-особенному. Весна началась, краской запахла. Приходишь вот тут на бережок, ниже Затона, там есть у нас высокий яр, посмотришь, так, что там делается, что на Енисее делается, что в Затоне делается. Вздохнешь и... Май. Низовье Енисея еще скованы льдом, но в среднем течении навигация уже началась. Первый караван судов Енисейского пароходства заходит в устье под каменной Тунгуски сразу по следам ледохода. Река, сбросившая с себя ледовые одежды, наполняется водой. Несколько дней весны, и вот это уже мощный, быстрый полноводный поток с непредсказуемым и просто неукротимым нравом. Из судоходных рек всей нашей планеты подкаменная Тунгуска – одна из самых быстрых. А навигация на ней – одна из самых коротких. Каких-то 2-3 недели как раз пока тают таежные снега. И все. Потом река мелеет настолько, что в некоторых порогах ее можно переходить пешком. Но есть грузы, которые важно успеть завести в далекие от цивилизации поселки Ивинкии. Грузы, которые местные жители ждут целый год. От весны до весны. Потому что в этих краях вода – единственная транспортная артерия. Тут есть такое, знаете, у них понятие местных. Караван – это король Тунгусский. Вот сейчас, допустим, будет Соломай поселок, потом там Кузьмовка. Они выйдут все, да, будут кричать. Да, все выходят. Вот, первые корабли все выходят, машут, ребятишки бегут, кричат, мы гудим. А что, есть? Нет, мы что-то не видели. Есть медведи. Есть? Медведи тоже, они уже опытные. Тут таких... Дикое такое место. Отдыхают. Заходите, посмотрите. Ух ты, ух ты. Ой, а здесь что такое? Это шкура подобранная, это постель, там одеяло, чтоб мыши чтоб не мыши, поели. Да? Но... Знаю, что точно по берегу так прорублена тропа. Там на этой тропе расставлены капканы там, через 100 метров, через 200 метров. Угу. Их осенью во время сезона настораживают, вывешивают приманку и ловят соболя. Все просто. Да. Ну, если не считать там медведи, например, а волки есть? И волки есть. Не, волки у нас редко. Главное, чего ждут от белых, красивых теплоходов таежные жители – топливо. Именно его имеют в виду в первую очередь, когда говорят слова «северный завоз». 203 километра от устья Подкаменной, Кузьмовка. Деревня всего на 30 дворов. Место прописки – глухая тайга. Место работы – охота и рыбалка, огороды и покосы. Здесь нет заводов, супермаркетов, театров и газет, пароходы. И те всего раз в год. Но без них ведь никуда. Потому что никуда без топлива. И это не только солярка и мазут для котельных. Здесь у каждой семьи своя моторная лодка и своя маленькая навигация. За год это считаем, ну, где-то уходит бочек 10. Ну, у кого больше, у кого чуть меньше. Так что это в тайгу мне вот только заехать, считай, надо 4-5 бочек, чтобы я завез все там, поработал. Да и тут, считай, на речке вот сколько, за лето сейчас. На покос сколько выйдет? Бочки 2 бензина на покос, да и так на рыбалку бочки 2-3. На Подкаменной Тунгуске немного населенных пунктов. Суламай, Полигус, Кузьмовка, Байкит, Ванавара. Все они ждут один и тот же груз. В Ивинкии, недалеко от районного центра Байкит, недавно стали добывать нефть, но ее переработка еще не началась. Поэтому нефть оттуда вывозят, а бензин, солярку и самолетное топливо по-прежнему туда завозят. Но чтобы доставить ценный груз по назначению, речникам нужно преодолеть 600 километров сплошных порогов до Байкита. То есть пороги и шиллера – это как своя
разные искусственные плотины маленькие, чтобы сдерживать воду выше. Если вот перепад от Лановара до устья 200 метров, если было как наклон доска, то вода вся скатилась, и в реке воды не было. Щеки Вельминский, Большой, Мучной, Дедушка, Бабушка, Горлышко. И у каждого порога своя история. Следующий порог за Большим, меньшего по протяженности, но скорость течения здесь выше. Именно это место на Подкаменной я всегда считала самым проклятым. Об остроконечные камни этого порога, спрятанные за высокой водой, разбилась не одна Илимка. Это вытянутые деревянные лодки местных жителей. Один год здесь потерпели крушение несколько лодок, груженных мукой. И все, кто жил выше этого места, на целый год остались без хлеба. С тех пор этот порог называют Мучным. Мы вообще сами по себе страшные чревоугодники. Да? Мы же живем здесь, думаете, ради преследуя какую-то политическую идею. Мы ради того, чтобы кушать хорошо. Да. Ой, вы так заманчиво, сразу хочется к вам переехать, чтобы чревоугодничеством заниматься. Ой, а вот вам не жалко ее вот так вот? Или вы совсем... Это уже не считается, да? Это уже еда. Господь создал человека как высшее существо. А все остальное в природе дано на службу человеку, если это все в разумных переводах. Да. Конечно, бывает что-то сентиментальное, в душе так ворохнется, когда соболя надо добивать живого в капкане. И сами себя оправдываем, мы вроде как, чтобы семью кормить, детей кормить. Скорость течения в порогах и перекатах настолько велика, что большинство судов просто не может преодолеть их самостоятельно. Здесь и выручают теплоходы типа ОТ. Директор Новоселов и Николай Игнатюк. Одни из самых мощных судов на Енисее. Занимаясь проводкой всех, кто сам подняться не может, они нередко задерживаются в пороге на день, а то и на два. И так на всех сложных участках. Течение в Большом пороге настолько мощное, что отрезок в 20 километров вверх по течению суда проходит за 3-4 часа, а обратно проносится и глазом не успеешь моргнуть, минут за 20. Так и встречаются на реке два ота. Один толкает или ведет на буксире баржи вверх, а второй уже спускается вниз за следующей партией. Приветствуем вас, приветствуем. Доброго пути. В 11 притоках Енисея работает пароходство, но ни один из них не сравнится с Подкаменной Тунгуской по сложности и красоте. Ну мясо какое добудешь, такое и есть. Добудешь? В этом году вот никакого нету. Почему? Снега были мелкие, не смогли добыть. Мелкий снег просто... И этого лося не догнать, ни оленя. Вон и Коля Игнатюк идет. А над Тунгуской морозный стелится туман, колючий ветер. Лежит волны тут и там, а перед взором спешит по речке караван. Дай Бог удачи вам, товарищ. Сибири, Саяны. Скальный массив Ергаки. Середина лета, а здесь еще снег. Можно только представить себе, сколько его тут зимой. Горные снега и ледники Саянских хребтов – основа водного питания Енисея в верхнем течении. Мы находимся на месте слияния двух рек. С северо-востока приходит Бихем – большая река, а с востока – Кахем – малая река. Сливаясь вместе, большая и малая реки образуют Улукхем – великую реку, которую мы привыкли называть Енисеем. Великая река.
Именно такое уважительное отношение к могучему потоку свойственно всем народам, которые живут на его берегах на протяжении 4000 километров с юга на север. Эвенки, коренные жители севера, называли реку Ионесси, что значит «большая вода». У пришедших из-за Урала казаков это имя стало звучать как «Енисей», а в тувинских песнях и сегодня Енисей звучит как «Ине-Сай» – «мать-река». Допустим, для них река главная в республике. То есть все плодородные долины, они только вдоль реки. Отношение специфическое. Рыбу они не ловят, купаться они не купаются. Но зато это очень важно для этих земель, для скота. Подобные камни, скорее всего, это чьи-то захоронения, в Тыве гораздо менее доступны взгляду туриста, чем в Хакасии, потому что расположены вдали от автомобильных дорог. И чаще всего это скульптуры воинов или стелы с письменами, вот как сейчас. Эти кажущиеся затерянными среди гор и степей места некогда были оживленным перекрестком торговых путей и путей переселения народов. Кызыл, между прочим, находится в самом центре азиатской части континента Евразия. В подтверждение этого факта на набережной установлен обелиск, на котором на трех языках – русском, тувинском и английском – так и написано «Центр Азии». От Кызыла 420 километров, прорезав отроги Саян, Енисей выносит свои воды в степи Хакасии. На самом выходе из гор, в Карловом Створе, в конце 70-х годов 20 века построена Саяно-Шушенская ГЭС. Эта уникальная арочно-гравитационная плотина электростанции даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самое прочное сооружение данного типа, не имеющее аналогов в мире. Высота плотины – 245 метров. Мы находимся на самом гребне Саяно-Шушенской ГЭС. Это крупнейшая в России и на Евразийском континенте гидроэлектростанция. Сооружение ровно на 100 метров выше пирамиды Хеопса. Ширина гребня плотины всего 25 метров. Но какая разница, с этой стороны до воды 15 метров, а с этой – 215. Однако впервые Енисей был покорен человеком на десятилетие раньше. В 1971 году на полную мощность заработала Красноярская ГЭС. Кстати, на момент постройки она была самой мощной в мире. Плотина Красноярской ГЭС уникальна еще и тем, что не стала непреодолимым препятствием для судоходства на этом участке. Дело в том, что суда поднимаются в акваторию водохранилища и спускаются обратно с помощью уникального судоподъемника. В России подобных сооружений больше нет, да и в мире их единицы. Гигантское самоходное устройство весом в 7000 тонн передвигается по рельсам с помощью гидравлического привода на каждой из сотни с лишним зубчатых колес и поднимает в себе баржи и теплоходы на высоту более 100 метров за 45 минут. В своей судовой камере подъемник перевозит и само судно, и несколько сотен тонн воды под ним. В огромном поворотном круге подъемник разворачивается и спускается до уровня Красноярского моря, чтобы выпустить судно в его акваторию.
активный период работы подъемника приходится на осень, когда с юга идут баржи, груженные овощами для жителей Енисейского севера. От Красноярской ГЭС до самого Красноярска 41 километр. Но не до города вообще, а конкретно до речного вокзала. Ведь именно отсюда ведется отсчет расстояний во всех лоциях Енисея. Главная задача Красноярского речного порта – отправка грузов на север края. Туда, куда ведет только одна дорога – река. Красноярский речной порт работает в основном с так называемыми генеральными грузами. Это продовольствие, промышленные товары, техника, оборудование, стройматериалы, автомобили и домашние вещи переезжающих людей. До Ивинки, до Норильска нет другого пути, кроме как рекой. Ну и самолетом, естественно. То есть нет железной дороги, нет автомобильного транспорта. Правильно? Вот такой же порт Осетровский в Усть-Куте, который стоит на Лене и снабжает Якутию. Так, там тоже нет. На недавнее время не было ни дорожного, ни там автомобильного такого значительного сообщения. Через эти порты, как правило, перерабатываются все грузы. От иголки до там, 100 тонн, 200 тонн агрегатов, которые требуются. А есть порты, которые стоят на Волге, например. Да? Там есть железная дорога, автомобильный транспорт. Вот. И порты возят, ну вот песок перерабатывают, арбузы возят там, ну так вот. Все-таки работать с песком, с углем проще, чем с контейнерами, в которых затарена водка, радиоаппаратура и так далее и тому подобное. Сейчас вместе с экономикой России из кризиса выходят и речные перевозки. Генеральный директор Енисейского речного пароходства Феликс Вячеславович Михайловский руководит компанией с 2004 года. Самое положительное впечатление после знакомства с пароходством, со многими нашими подразделениями, это то, что линейные работники вот на местах, которые работают, они вот продолжают добросовестно выполнять свою работу. Они поддерживают флот и тем самым осуществляют поддержку всей компании. Мы зависим от наличия груза. Если его нет, нечего везти, то нет никакой экономики. Можно все что угодно считать, но будем стоять и нести расходы. Основной столб, на котором находится экономика пароходства, это группа компаний «Норильский никель», которая и в трудные, и в разные времена работает достаточно стабильно, и поэтому нуждается в достаточно больших объемах грузов, которые перевозит Енисейское пароходство. Кроме того, есть еще ряд направлений. Лесные перевозки, северный завоз. Мы не ожидаем скачкообразного роста объема перевозок Енисейского пароходства, потому что опыт наш и, в общем, тенденции развития экономики подсказывают, что такое сегодня, наверное, уже невозможно. И рассчитываем на то, что наш объем будет постепенно расти. Перспективы роста и финансовая стабилизация позволяют речникам вернуться к планам обновления флота. До 2015 года Красноярская судоверфь построит более двух десятков барж грузоподъемностью 2000 тонн. Они придут на смену честно отработавшим свой срок баржам, построенным на красноярских предприятиях еще в 70-х и даже 60-х годах. Тоже в Красноярске, но уже на судоремонтном заводе, в 1964 году специально для работы в Казачинском пороге было построено уникальное судно «Туер Енисей». Его задача – проводка судов, которые не справляются с течением в пороге. Самый грозный и эффектный на Енисее порог – Казачинский. 3 километра подводных камней и водоворотов при ширине судового хода всего около 70 метров и течении до 20 километров в час. Пройти здесь без помощи туера могут единицы судов. Ракета пройдет, и мы пойдем на подъем. Сам туер – это мощный буксир, у которого в носовой части установлена гигантская лебедка с металлическим тросом длиной в 3,5 километра. Конец троса закрепляется под водой выше порога. У нас вот он трос идет, основной, туерный называется. Выше порога там якорь заложенный. Вверх идем, выбираем, вниз идем, затравляем его, травим. И... вот этот, сама лебедка.
один барабан, второй барабан, трос намотанный и типа как полишпас. Запускаем, запуск. Пройти порог по прямой просто невозможно. Судовой ход имеет здесь форму латинской буквы «С». Поэтому прежде чем начать проводку, туир сначала спускается задним ходом вниз по течению, закладывая трос в определенных местах в расселины подводных скал. Вот полный, Ермакова 303 с малым. 303 малый. Ермакова малый. Затем, взяв на буксир внизу одно судно или небольшой караван, туир Енисей поднимается вверх, включив лебедку и как бы подтягиваясь на тросе. При этом с полной отдачей работают ходовые двигатели и самого туира, и буксируемых судов. Не все знают, что порог является своего рода природной плотиной. Благодаря создаваемому им подпору, выше по течению поддерживается уровень воды, как раз приемлемый для прохождения судов на юг до Красноярска. От Северного Ледовитого океана до Транссибирской магистрали. Не будь порога, возможно, экономика этого региона сложилась бы иначе. И в начале 20 века крупный порт возник бы не в Красноярске, а рядом с Енисейском. Например, там, где в 1975 году был построен Лесосибирский порт. До этого Красноярский порт один справлялся со всеми грузами, идущими на север. Но потребности Норильского горно-металлургического комбината в технике и материалах стремительно росли. Наш порт проектировался и строился для нужд Норильского комбината. Это Косыгинская была эпоха, как раз Надеждинское месторождение. Толнахское месторождение, Надежда, строилось. Стройматериалы, технологическая сода и уголь накапливаются в порту всю зиму. К середине лета к потребителям уходит большая часть, к осени уйдет все. Лесосибирский порт соединяет три транспортные магистрали. Автомобильную, водную и железнодорожную. Дальше на север железной дороги нет. Здесь, собственно, она и заканчивается. Расположение в непосредственной близости к устью Ангары открывает еще одну важную задачу порта – перевалка древесины. В Лесосибирске ее перерабатывают лесоэкспортные предприятия, и портовики отправляют ее дальше – в Россию, в Японию, в Европу. Древесина – преимущественно знаменитая сосна Сангары, которая впадает в Енисей на противоположном берегу в 40 километрах выше по течению. Это один из крупнейших притоков Енисея и, пожалуй, единственный судоходный на протяжении всего лета. Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять. Но всегда две девчонки, девчонки на палубе, под баян будут вальсом взрывать. Ангары, колёс куда-то плывут, Но вернемся на Енисей. Немного севернее Лесосибирска стоит старинный Енисейск. Город, который сыграл в свое время ключевую роль в развитии региона. Можно даже считать, что родина енисейского пароходства именно здесь. Здесь в 1863 году был построен и спущен на воду первый пароход на Енисее. Построил его по собственным чертежам бывший крепостной княгини Трубецкой механик-самоучка Худяков. Машины для первого в истории Енисея парохода доставили из Перми в разобранном виде на лошадях. Так, собственно, и началось енисейское паровое судоходство. В свое время именно Енисейск был центром губернии, которая теперь называется Красноярским краем. Тогда он сыграл важную роль в освоении Сибири наравне с такими городами, как Томск, Тобольск и Иркутск. Но Московский тракт, а впоследствии и Транссибирская магистраль прошли южнее. И в начале 19 века центр Енисейской губернии переместился в Красноярск. Сегодня Енисейск – это уютный, спокойный, патриархальный городок. Застройка Енисейска включает в себя 94 памятника архитектуры. До 90-х годов теплоход Валерий Чкалов привозил в Енисейск сотни туристов. Теперь туристов немного. Вся работа на пассажирской линии Красноярск-Дудинка. Портрет Чкалова
Вот эта фотография подарена, то есть женой Чкалова, когда она приезжала на теплоход, она сделала, подарила эту фотографию, и здесь ее надпись собственноручная стоит экипажа теплохода. Пассажирских теплоходов у нас сейчас мало осталось, то есть на Енисее очень много деревень. И поэтому останавливаемся сейчас намного больше, чем был раньше составлен график. Другого транспорта, автодорожного и железнодорожного, тут нету. Только вот водный транспорт летом. Не-не, вот я шапку машу! Мы проходим Ярцево, одно из крупных сел на Енисее. С воды хорошо просматривается тополиный парк, деревья которого высаживали уходившие из Ярцево на фронт солдаты. Тогда по Енисею ходили пароходы. Теперь суда дизельные. Но главное не изменилось, и люди и грузы попадают сюда только по воде. Что лично меня приятно удивило, что когда мы только пришли на теплоход, нас первым делом спросили, есть ли у вас тапочки. На судне такая чистота, что все от капитана до матроса ходят здесь исключительно в тапочках. И по железной палубе, и по коридорному линолеуму. Здесь, если вы видите, идеально чисто, потому что порядок на флоте – это залог дисциплины. А вот в каюте тапочки снимают, чтобы чувствовать себя совсем уж по-домашнему. Да сами домашние. Вот те же ковры, это все же вот из дома, все вот это. Да? Конечно. А, то есть вы сами, кажется, телевизор, все, да? Сам? Ну, конечно, так, что-то просто линолеум. Uh-huh. Вот больше, ну, навигацию все это, поллета, полгода ты уже здесь находишься, uh-huh. в каюте. Ну, как дома, чтобы было. Да. То есть мог раздеться, раздуться там, походить, uh-huh. чтобы домашнее все чувствовать. Я как бы давно хотел это, как бы поплавать, ну, походить, да, по реке. А вот когда первый рейс был, вообще, просто мы стояли в Дудинке вот в том году, ой, в Дудинке, говорю, в городе. И мы ждали просто, мы вообще, нам все говорят, завтра, завтра, как бы кого-то с нетерпением ждали первый рейс. Когда пошли, нам же все равно все интересно на швартовке. А мы как бы практиканты насильно это не заставляли, нас ночью не выпускали на бак, ну, поначалу. Практиканты нельзя, все, сиди на баке, там кто пойдет и коря убирать, там отдавать. Нам-то интересно, а нас не пускали. Помещение бани, особенно если вот маневры, осенью, когда снег уже на улице, по колено в снегу уже по баржам бегаем, то включаем баню, то есть экипаж после маневров погреться, попариться. И чтобы не болеть, да. В маневрах по формированию состава участвует весь экипаж. Вплоть до повара, который дежурит на камбузе в сотый раз, разогревая ужин или обед. Потому что маневры иногда растягиваются на 3, а то и 4 часа. Когда мальчишки по баржам побегают, трусы эти потаскают, они готовы съесть хоть по 3-4 порции. 795 километров от Красноярска. Село Ворогово. Знаменито оно тем, что по некоторым источникам именно здесь впервые в истории Сибири начали выращивать хлеб. Дома из древних бревен по-северному добротны и внушительны. Общей крышей накрыты и жилая, и хозяйственная часть дома. Здесь тебе и летняя кухня, и баня, и хлев. А дети, дочь здесь. Один сын в Ленинграде. Я инвалид, в афганистанец, без ноги остался. А вот я стою с братом, жена моя. Мы здесь с 54-го года живем. А ходили кем? Капитан. Капитан-механик. У меня звание. Ну, на самоходке. Ну, отплавал. Потом ушел на берег. Еще 10 годов еще отработал на берегу, потом еще пошел плавать. Сухогруз «Краснодар» совершает транзитный рейс Красноярск-Дудинка. На борту технические грузы для Норникеля. У нас же служба строго по расписанию, по уставу положено вот это время нести вахту первому штурману. Значит, первый штурман ее только и должен нести, никто другой ее не должен заменить. То есть не меняет. Просто не имеет права.
мы все вот идем, с судами расходимся. И каждый знает, что первый штурман расходится. И на том судне тоже первый штурман. Или если на вахте капитана, значит, на противоположном судне там тоже капитан стоит. Другого уже быть не может. Капитанская вахта, согласно уставу, с 12 до 4. Причем и дня, и ночи. Кроме того, капитан обязан быть в рубке на всех сложных участках пути. Мало спит капитан. Особенно осенью, когда ограниченная видимость. Туманы, дожди, снегопады. А вообще сложный Енисей для, с точки зрения судоходства? Река? Ну, да, он, рельеф у него такой, что очень каменистое днище. Вот, очень извилистый. Со стороны посмотреть, не знать его лоцию этого, нашей реки, то казалось бы, ну что, ну широко, глубоко, иди, да иди. Но в этой ширине надо найти именно вот эту маленькую, какую-то вот узенькую лазейку, по которому можно пройти. Только достаточные глубины позволяют здесь судовождению. 806 километров от Красноярска. Осиновская система. Здесь множество островов, около 50, на участке всего в 70 километров. Говорят даже, что в здешних протоках человек без опыта может заблудиться и надолго. В Осиновской системе есть два близко расположенных острова с воды, похожие на корабль, тянущий за собой баржу. Поэтому их так ласково именуют «кораблик» и «барочка». Мы высадились на кораблик, а вон там барочка. И надо сказать, что вблизи остров выглядит гораздо живописнее, чем с воды. Кораблик-барочка, 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 два островка. Его невеста в белом платье глядит на тополь во дворе, она из Кинешмы далекой. Лев Ашанин, и проехав эти места, то есть ему это понравилось, он написал эту песню. Кораблик-барочка, 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 два островка, стоит туман. Тысяча 450 километров от Красноярска, 100 километров до Северного полярного круга. Туруханск. Здешний Троицкий мужской монастырь сыграл значительную роль в экономическом освоении Севера. А в начале 20 века сюда были сосланы известные революционные деятели – Свердлов, Сталин, Спандарян. Туруханск стоит на том самом месте, где в Енисей впадает самый длинный его приток – Нижняя Тунгуска – 2989 километров. Это немногим короче, чем сам Енисей. По одной из версий, знаменитая «Угрюм-река» из кинофильма – это и есть Нижняя Тунгуска. До конца 80-х, пока активно велись геологические изыскания, по Нижней Тунгуске в глубину Ивинки завозились сотни тысяч тонн грузов и действовала даже пассажирская линия до Туры. На 66-й широте Енисей пересекает Северный полярный круг. Дальше – Заполярье. В июне-июле солнце здесь светит круглые сутки, а зимой до января не показывается вовсе. Что за традиция, когда она появилась? Ну, традиция такое прохождение Северного полярного круга, это издавна ведется. Это посвящение моряков, будущих и вообще всех людей, которые проходят Северный полярный круг, надо купать. Купать это как? Берут просто-напросто за руки, за ноги, подходят, снимают очки и выкидывают за борт. Поехали. Отпускайте лодку. Давай, лодку, все. А так-то вы своих же не купаете? Мы так своих, конечно, не купаем, поэтому жалко. Тысяча 748 километров от Красноярска. Уже 163 километра севернее полярного круга. Игарка. В свое время, значит, Игарскую вот протоку, которую вот мы наблюдаем, значит, честь открытия принадлежит Очередько.
значит, енисейскому капитану. С 29 года началось строительство Игарки, в 30 году уже первые морские суда сюда поступили. Город строился целенаправленно, спецификация была такая, перевалка экспорта. Но в настоящий момент Енисей вот такой пустынный. С начала навигации поступило всего одно морское судно. Не лучшие свои времена переживает сейчас Игарский порт. Причина экономическая. Перевозки экспортного леса перешли с Северного морского пути на Транссибирскую железную дорогу. И центр перевалки сместился в Лесосибирск. Кроме порта, Игарка всегда была знаменита своим уникальным музеем вечной мерзлоты. Ученые-мерзлотоведы определяют понятие вечной мерзлоты следующим образом. Это слой грунта, который имеет отрицательную температуру в течение 2 и более лет. В настоящее время вечно мерзлые грунты занимают около 14% суши земного шара. В России они занимают 65% территории государства. Тут у нас небольшие образцы льда в коридоре представлены. Это, опять же, енисейский лед и реликтовые. Радиоуглеродным методом был определен возраст его около 50 тысяч лет. Еще полсуток хода на север. Центр Таймырского автономного округа. Дудинка. Самый оживленный порт на Енисее, принимающий и морские, и речные суда. Для большинства речников, идущих вниз по Енисею, это конечная остановка. С июня по октябрь суда енисейского пароходства завозят в Дудинку более 1,5 миллионов тонн самых разных грузов. Повезут все: картошку, капусту, морковку, значит, лук долгого хранения, чтобы обеспечить до весны, до следующей весны, вот, до июня месяца, пока здесь прибудут следующие суда. Он тоже, который привезет картошку, это нужно на зиму обеспечить. Это процесс, ну как, месяцев на 9, наверное. Угу. Ну, здесь вообще точно ничего не растет. Все пробовали, проверяли. И никогда не росло. Это я знаю и точно, почему, потому что я родился здесь. Угу. За зиму цена на продукты на севере вырастает очень серьезно. По осени, например, завезенная картошка стоит 12-15 рублей, а весной уже около 50 рублей за килограмм. Но все-таки основная часть доставляемых по Енисею грузов – это заказ Норильского горно-металлургического комбината. Из Дудинки в Норильск грузы идут по железной дороге, одной из самых северных в мире. Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете. И специфика этого уникального северного образования в его оторванности от мира. Единственная железная дорога соединяет Норильск с Дудинкой, с морским и речным портом. И именно по воде завозятся все грузы, необходимые для жизнеобеспечения 230 тысяч человек, живущих в Норильском промышленном районе. Первый период бурного развития Норильского комбината пришелся на военные годы. Норильск давал никель. Металл, необходимый для производства броневой стали. Его требовалось все больше и больше. На север завозили сотни тысяч тонн оборудования, материалов и продовольствия. Обратно же шли металлы и обогащенная руда. Понятно, что весь объем перевозок, в войну ставших стратегическими, лег на енисейское пароходство. Сегодня большая часть продукции идет на экспорт в Европу, северным морским путем. Дорога на Мурманск и Архангельск открыта для моряков почти круглый год. За Дудинкой все меряют уже в милях, как на море. Морские карты, в отличие от речных, более строгие, с указанием широты и долготы. Так, проходим Бреховские отмели. Расстояние от берега до берега здесь почти 19 миль. 34 километра 630 метров. Это самое широкое место на Енисее. Речники называют его «широкая переправа». И правда, сколько вдаль не вглядывайся, берега совсем не видно. Это уже не просто Заполярье. Это Арктика. Практически никакой растительности. Редкие населенные пункты, жизнь которых сегодня целиком зависит от нескольких теплоходов. Сухогруз класса морского прибрежного плавания «Федор Наянов» ходит от Дудинки до Диксона, обеспечивая жителей топливом и продуктами питания. Основной груз – уголь для отопления зимой. Наянов был специально переоборудован для судоходства в морских условиях. Ну, во-первых, требования регистра серьезные к прочности корпуса. У нас разрешенная регистром волна, при которой мы можем работать, 2,5 метра. Ага. А вообще шторма сильные вот в этом районе?
Сколько вы ходите? Ну да, в прошлом году нам пришлось почувствовать, насколько это серьезно работать в Енисейском заливе. На правом берегу мыс Сопочная Карга, на левом – речка Нарзой. 71 градус северной широты, 83 градус восточной долготы. 2420 километров от Красноярска. Вот здесь заканчивается Енисей. ...243 километра от устья Енисея. Федор Наянов входит в бухту Диксон. Прямо по курсу – поселок и порт Диксон. Единственный, кстати, в Карском море. Слева остается остров Диксон. Полярное солнце, встретившее нас в половине первого ночи, светило недолго. Без него поселок на тысячу жителей выглядит очень сурово. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Остров, на который мы сейчас движемся, поселок и бухта, их соединяющая, названы именем одного человека – Оскара Диксона. Это был шведский купец и меценат. Он финансировал экспедицию полярного исследователя Нильса Норденшельда, который из благодарности назвал именем Диксона открытый им остров в Карском море и гавань на Таймырском полуострове. Произошло это в 1875 году, когда Норденшельд совершал свой поход из Швеции до устья Енисея. На острове Диксон с 1915 года работает гидрометеорологическая станция, которая сегодня дает прогнозы морякам и речникам, работающим на участке Диксон-Дудинка. По направлению скорости ветра определяется высота волны. Допустим, метров 15, высота волны метра 2. Диксон в свое время был базой многих научных арктических экспедиций. Этот факт общеизвестен, но немногие знают, что на территории Красноярского края велись военные действия. Диксон – самый восточный пункт Советского Союза, до которого дошли немцы в Великую Отечественную. Это мемориал героям-защитникам Диксона. В августе 1942 года в эту бухту зашел немецкий крейсер «Адмирал Шейер». В неравный бой с ним вступили ледокол «Дежнев» и береговая батарея под командованием Николая Корнякова. Сражение длилось несколько часов. «Адмирал Шейер» отступил. На Диксоне, в этой северной точке материка, и заканчивается Енисейский залив. И перед нами, собственно, открытое Карское море и Северный Ледовитый океан. Ежегодно Енисей выносит в Карское море 600 кубических километров воды. Это в три раза больше, чем сток Волги, и больше, чем выносят в моря все реки Европейской России. Суровая красота арктической пустыни, холодная. Девушки здесь почти никогда не носят легких летних платьев. Уже в августе на Диксоне осень. Плюс 2, плюс 4. Навигация на Енисее продолжается до конца октября. Последние караваны к этому времени выходят из Дудинки. Часть экипажей уже вернулась на базы – под Тесово и в Красноярск. Чисто эмоционально, понимаете, все равно чувство исполненного долга, чувство, так сказать, удовлетворения от своего труда, что ты что-то можешь. Каждый на своем месте, оно не покидает, все равно оно присутствует. И вот с таким чувством заходишь в затон, когда нет никаких ЧП, нет, все это благополучно, все закончилось. Швартуешься, так сказать, к берегу на зимнюю стоянку. И вот это чувство, оно, ну, будем говорить, присуще каждому речнику. Давай,
осенней воде. И двигатель, который работал практически без перерыва 6 месяцев, затихает. Потихоньку теплоход остывает. Сначала машины, потом каюты. Закованный льдом до весны спит железный великан. И снятся ему зеленые берега, крутые пороги, вскипающие буруны волны, крики чаек над непокорным Енисеем. Над Енисеем, жизнь на котором накрепко связана с белыми красивыми пароходами, без которых уже невозможно представить себе эту великую реку. Сибирскою землею летит могучий Енисей и катит воды за собою просторы северных морей. Ведут речные капитаны суда на север и на юг. Через пороги и туманы уходят за полярный круг. Здесь когда-то Енисеем вдаль найти шли отважные сыны первопроходцы, а сегодня стала гордостью реки
Енисейское речное пароходство. Здесь когда-то Енисеем даль тайги шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стало гордостью реки Енисейское речное пароходство. Гуляют ветры штормовые, и в сентябре снега поют. Но теплоходы грузовые низовье день и ночь идут. А речники — народ надежный, опора матушки Руси. Они согрели край морозный теплом и щедростью души. Здесь когда-то Енисеем вдаль тайги шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. Здесь когда-то Енисеем вдаль тайги шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. А сегодня стало гордостью реки Енисейское речное пароходство. Сибирскою землею летит могучий Енисей.
и катит воды за собою. Просторы северных морей ведут речные капитаны суда на север и на юг. Через пороги и туманы уходят за полярный круг. Здесь когда-то Енисеем даль найти шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. Здесь когда-то Енисеем даль найти шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. Гуляют ветры штормовые, и в сентябре снега поют. Но теплоходы грузовые низовье день и ночь идут. А речники народ надежный, опора матушки Руси. Они согрели край морозный теплом и щедростью души. Здесь когда-то Енисеем вдаль тайги шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. Здесь когда-то Енисеем вдаль тайги шли отважные сыны первопроходцы. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. А сегодня стала гордостью реки Енисейское речное пароходство. Енисейское речное пароходство – основной перевозчик грузов по водным путям бассейна реки Енисей. От Абакана на юге Сибири до порта Диксон в Карском море. Деятельность Енисейского пароходства простирается по огромной территории на несколько тысяч километров. Тесно связана с обеспечением жизнедеятельности Красноярского края, Ивенкии, Таймыра и Хакасии. Сегодня пароходство – это более чем 75-летний опыт работы и самый мощный в Сибири сухогрузный танкерный флот. Концепция развития предприятия в качестве основных направлений предполагает увеличение грузовой базы, а также модернизацию имеющегося и активное строительство нового флота. Полный производственный цикл деятельности компании «Енисейское речное пароходство» обеспечивают входящие в его структуру подразделения и филиалы по строительству, ремонту и обслуживанию флота, а также по переработке грузов и обслуживанию их отправителей и получателей. Филиальная структура обеспечивает эффективное управление географически удаленным от головного офиса производственным комплексом. Районные управления в поселке Стрелка и городе Дудинка представляют компанию в бассейне Ангары и в нижнем течении Енисея. 4 базы флота в Красноярске, Ермолаево, Павловщине и Подтесово производят отстой, обслуживание и ремонт судов. Независимые с точки зрения обеспечения основной деятельности пароходства производственные подразделения существуют в виде самостоятельных акционерных обществ. Красноярская судостроительная верфь ведет строительство новых судов. Красноярский речной порт и Лесосибирский порт осуществляют весь комплекс погрузочно-разгрузочных работ, накопление и хранение грузов. Грузоперевозки водным транспортом проводятся Енисейским пароходством практически на всем судоходном участке Енисея. Большое количество разнообразного флота делает пароходство универсальным перевозчиком. Кроме самого Енисея, грузовые перевозки осуществляются на притоках Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большой Пит, Кас, Сым, Тупчес, Елагуй, Большая Хита и других. Уже 75 лет пароходство осуществляет миссию северного завоза.
доставляя жизнеобеспечивающие грузы в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним. Прежде всего, это жидкое и твердое топливо для электростанций и котельных. По Енисею и Ангаре доставка этих грузов ведется в течение всего периода навигации. Но на таких притоках, как Подкаменная и Нижняя Тунгуска, Кас, Сым, Тупчис, проводка судов возможна лишь в кратковременный период весеннего половодья. Часть рек в бассейне Енисея крайне сложна для судоходства и требует значительного судоводительского опыта. Квалификация экипажей судов Енисейского пароходства соответствует этим высоким требованиям. Капитаны-наставники пароходства ежегодно обеспечивают безопасность экспедиционных рейсов, обновляют лоции и руководят проводкой караванов на особо опасных участках. В зону работы Енисейского пароходства также входит река Пясина, заливы и реки Западной Сибири, Гданский залив, Тазовская губа, Обская губа и сама река Обь. Грузоперевозки в эти районы пароходство ведет экспедиционно, специальными судами, имеющими допуск к работе в прибрежных морских условиях. Данная схема перевозок позволяет наиболее эффективно доставлять и вывозить грузы из северных районов Западной Сибири на Таймыр и в Красноярский край. Общая протяженность речных судоходных путей в зоне работы Енисейского речного пароходства составляет около 7000 километров. Магистральным направлением в регионе являются грузоперевозки по Енисею на линии Красноярск-Лесосибирск-Дудинка. Доставка контейнеров, негабаритных и прочих генеральных грузов в Норильск и Норильский промрайон производится в основном водным, морским и речным транспортом. Оптимальные по затратам логистические схемы доставки груза из Москвы, Европы и Дальнего Востока большей частью замыкаются на Дудинском порту, расположенном на Енисее. С Норильском и его предприятиями Дудинку соединяют железные и автомобильные дороги. Енисейское пароходство предлагает грузоотправителям и транспортно-экспедиционным компаниям схему доставки грузов в Норильск и Норильский промышленный район по реке Енисей. Линия контейнерных и других грузоперевозок действует в период навигации с начала июня до конца октября. Прием к перевозке грузов любых типов и контейнеров осуществляется Енисейским пароходством в портах в Красноярске и Лесосибирске. В портах оказывается полный комплекс погрузо-разгрузочных, складских и транспортных услуг.